Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и в этом видеоролике я опять играю в LF 4D2, и мы сегодня опять играем за зараженных. Это последнее, наверное, видео про вообще зараженных или всякую вот эту хрень. Да, наверное. Ну, я точнее не знаю, но это не точно. В общем, ладно. В общем, мы играем сегодня на карте. Давайте сразу все включу, чтобы как бы не мешало, ладно. Так. Открываем, значит, карту. Мы сегодня будем играть в ужасный ливень. Это, наверное, последняя карта, которая будет настолько ужасная для наших зараженных. Ну, точнее, для меня, потому что мне придется все-таки как-то их спасать. Локальный сервер, как всегда, мы играем за админа. И, наверное, это все понятно. Так, тренер. Я его забираю. Играем мы сегодня... да, мы играем всего с тремя ботами. Значит, нам придется как-то это все... Или не с тремя. Давайте подумаем, что выбрать. Или с тремя ботами, или играть опять с девятью ботами. Новыми. Наверное, с девятью. Наверное, круче будет, потому что это не мастер, это эксперт. А здесь все посложнее будет. Ну, в общем, ладно. Давайте начнем пока что с девятью, а потом уже, когда будет идти игра, уже там подумаю, там что брать. Ну, конечно, к нам мало кто сейчас зайдет на карту, потому что это все-таки эксперт. Это вам не легко, не среднее. Ну, на мастер редко кто заходит. Ну, на эксперт это просто, я не знаю, какие люди должны зайти. В общем, да, Hard Rain. Мы играем на эксперте, на экспертной сложности. Да, это очень будет сложно для наших выживших, потому что им придется как-то... ходить, как-то сделать. Ладно. Извиняюсь, конечно, за такую графику. Как мы ему просигналим? Я серьезно. Сумки должны быть фонари. Какое оружие? Вы не взяли с собой оружие? Я поменял графику, я поставил на самую такую маленькую. Я хозяин арсенала, как бы все. Смотрите, как бензоколонка прямо через улицу. Мы уже обернулись бы туда-сюда. Давайте уже. Так. Меняем команду админа. Давайте на инфекцию. А, боты. Точно. Так, только админ выпал. Все, давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять зараженных, да. То есть того их становится где-то 13 зараженных, которые будут играть. Да. Зараженных. Давайте, вот. Осторожно. Начинаем. Давайте им спавним сначала. Ну, давайте. Самых простых давайте. Все круто. Да, у половины у них даже картечек. Но сейчас будет три танка, и вряд ли, наверное. Нет. Они не победят, вряд ли. Пока что все нормально. Мы убили дофигища. Запоминайте ориентиры. На обратной дороге будет темно. Ладно. Осторожно! Так. Давайте им дадим. Вот столько адреналинов берут себе. Надо перезарядиться! Давай. Я не медсестра. Ради бога! Если тебя еще раз достану. Отлично себя чувствую. Пора завершить то, что мы начали. Если так и дальше пойдет. Взял шприц. Пока что я такой сложный ничего не буду. Пока что сама. Это может нам пригодиться. Перезаряжаем.
Так, даем вам оружие, да, пошел. Эй, осторожно! Да, это просто таблетки. Забирают пока что таблетки. Значит, что? Мы идем за толстяка. Прям сюда. Пришло время жокеев, ребята. Жокеи! Осторожно! Сейчас будет горячо! Убирайтесь из слизи! Жокеи! Осторожно! На помощь! Побежаю! Ладно. Спасибо. Все нормально. Все пока что супер. Это нам понадобится. Так, давайте за танк тогда зайдем уже сразу. Перезаряжаю. Перезаряжаюсь. Перезаряжаю. Тебе, наверное, это сейчас нужно. Таблетки у меня. Так. Всех их завалили. Ладно. О, Тоха зашел. Ладно. Ладно. Как мы ему протягнали? Ну что? Добавляем тогда... Фонари. Какое оружие? Вы не взяли с собой оружие? Так. Я? А что кто-то окей, умер? Окей, давайте поможем как? Ну, как бы все. Смотрите-ка, бензоколонка прямо через улицу. Беру так. Мы уже обернулись бы туда-сюда. Давайте уже. Эй, осторожно. Так, танк. Он один. Эй, осторожно! Мы готовы? Помогите! Перезаряжаю! Надо перезаряжать! Курильщик! Так, она вышла, ладно. Перезаряжаю! Я их особо не буду мочить, потому что это никому. Хотя бы я попробую. Эй, нам это прикольно! Эй, убей его, чувак! Кажется, только перезаряжай!
Ладно, пока что все норм. Перезаряжаю! Их все равно дофига. Прощай, ты был настоящим. Да их хрен убьешь! Вот, держи. О, не туси! Беру таблетку. Ладно. Ну, какое-то время я еще поживу. Перезаряжаю! Никого не смогли. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Осторожно! 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 Надо перезаряжать! Мне нужна помощь! Перезаряжаю! Эй, осторожно! За мной! Я покажу! Осторожно! Эй, осторожно! Надо перезарядиться! Перезаряжаю! Да, я покажу! Осторожно! Так... Запоминайте ориентиры! Обратно возвращаться к телу. Я еще не готов склеивать ласты. О, нет. Перезаряжаю. Помощник не появился, смотрите. Мне поможет, я так думаю. Кажется, это варит. Взял шприц. Взял шприц. Что я буду... происходит там вроде бы? Стой-ка, о! Дай-ка я возьму для тебя аптечку. Так. Дай я тебя подлатаю. Кого я там убил? Никого? Перезаряжаю! Стой-ка, дай я тебя подлечу. Нет на это времени, вставай! Давай осталось. Вроде кто-то еще был, нет? А, кто по двое остался? Вот. Народ, берите аптечки. Чего не помогает ему? Чел! Ты чем не помогаешь? Эй! Ну? Больше нельзя допускать такое.
Если они завалят тебя еще раз, это будет конец. Так. Мне надо полечиться. В общем, осталось из всех их. О, да. Я очень дофига их сильно убил. Да. Давайте убьем их. А, хрен. Эти никогда лишними не будут. Так, чел. Будь осторожен. Жакей! Уберите его! Я ранен! Да твою мать, да что ж такое? Да, им не победить. Поэтому они будут идти вчетвером, я им буду с ними помогать, ладно? Я пока стану на якоре, вот посигнальте мне, когда достанете бензин! Или давайте добавим к ним все. Нужно просто раздобыть дизель. Хотите прогноз? Нет. Нет, там просто не будет бензина. Смотрите. Так, вот. Ох, нифига их сколько. Это ненормально. Их слишком дофига. Их прям, ну, слишком дофига, да. Я еще, походу, там еще добавил. Троих. А что, будет кто-то? Мне кажется, им надо что-то дать. Взяла шприц. Взял шприц. Короче, ничего не знаю. Таблетки. Это нам понадобится. Эй, пригодится. Таблетка у меня. Это может нам пригодиться. Что там? Кто больше взял? Одни остались, да? Так, аптечки. Берите аптечки. Эти никогда лишними не будут. Так, берите аптечки. Все. Ну что ж. Когда заходим... Не только он нажал. Ой-ой-ой. Окей. Кажется. А, да, слушай. Для всех и для... А что произошло? Ой, я могу выбирать любого, да. Смотрите. Так, ладно. А перед ними как это другой команд? Вот он. Здесь. Сурки. Вот он. На, ребят, сейчас играем. Славный топор. А то что-то они пройти вообще не могут. Осторожно! Давайте этому так, игроку. Это аптечка моя, я ее первый заметил. Что? Админу дадим, извиняюсь, столько ПП. Пока что этого, наверное, ему будет достаточно. Так, получить оружие, давайте ему дадим патронов. Я не знаю, что. Так, топор у него есть. Так, ладно. Получить оружие. Не, не получить. Взрывчатое, значит. Так, ну чё? Дали? Так, чё? Никому не надо, нет? Лазеры. Кажется, что... Осторожно! Лазер. Я заряжаю! Перезаряжаю! Их слишком нафига. Очень слишком нафига. Пойдем со мной. Стреляем зомби, да? Так было. О, да. Так, давайте им дадим. Эй, у меня тут есть аптечка, если надо кому. Убей! Молодчина! Так. Перезаряжаю! Другой, их кто-то взял.
Перезаряжаю. У одного, короче, дофига хп. Вот. У Элиса. Перезаряжаю. Разве у Элиса? Я не могу. Ну идите. Перезаряжаю. Я слышу, поблизости бродит охотник. Ну? Перезаряжаю. Вперед. Чё вы, давай. Вперед. Следующая бензоколонка через 2 мили. Похоже, Вирджилу придется подождать подольше. Давайте сделаем все как можно быстрее и вернемся на лодку. Надеюсь, это пригодится, хотя нет. Меня сапоприще! Я даже не понял. Помогите ему, вы чё? На помощь! Он пипец раненый. Эй, я перезаряжу. Спасибо, ты был у нас. Что ж, тренер. Помогите! Прощай. Прям всех я их убил, смотри, сколько аптечек. Я тебя подлатаю. Поле боя, блин. Смотрите, всех сразу. Эй! Одной машиной всех завалил. Ты был у нас. Что ж, прощай. Спасибо за... Прощай. Спасибо за... Ты был у нас. Что ж, спасибо за... Что ж, что ж, спасибо за все, тренер. Так. Не хватать. Ну вперед, давайте. Че вы? Вас трое. Нормально. Как бы. Потому что, смотрите, всех убили. Остались только вы. Давайте. Молодцы, нормально все будет. Что-то не, лагает игра. Перезаряжаю. Думаю, это не из-за игры, а это из-за... Я не знаю, тоже. Чего? Че, у них там есть? Три адреналина есть. О, один с топором, да. Эй, осторожно! Подумаешь, рано. Ничего страшного, сейчас помогу. Лечись. Или таблетки давай. А, он лечится, да. Толстый. Костяк. Шиль. Стопор. Эй, помогите! На помощь! Есть тут вообще кто-нибудь? Сейчас в эту шкафу! Так.
Не оставляйте меня здесь! Вы же знаете, что я вам пригожусь! Вытащите меня отсюда! Ну что? Кто вытащит меня отсюда? Пожалуйста! Помогите! Это первый раз, когда мне понадобилась помощь! Не бросайте мне выбраться отсюда! Есть там кто-нибудь? Вытащите меня! Спасибо. Спасибо. Это я возьму себе. Что, давайте, побежали. Так получше. Я взяла таблетку. Оружие, отлично. Это поможет. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Ладно. Как Влад? Чё они? Нет. Вперёд, ребят. Перезарядиться! Я не могу встать! Нормально!
кто-нибудь поможет? Я не могу выбраться из пропасти! Надо перезарядиться! Я буду очень признателен, если мне поможет выбраться отсюда! Помогите! 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 Перезаряжаю! Осторожно! Кто-нибудь может вытащить меня отсюда? Мне нужна помощь! Всего пару секунд! Чёрт возьму, вот чего мне не хватает дробовик-то, что надо. Чёрт, я заряжаю! Вытащите меня отсюда! На помощь! Есть тут вообще кто-нибудь? Кто-нибудь поможет мне выбраться отсюда! Так, народ, мне правда нужна помощь, я не шучу! Первый раз, когда мне понадобилась помощь! Я не шучу, имею в виду. Если тебя смотрит еще раз, то уже не страшно. Я взяла... Перезаряжаю. Ну ладно. Что, он не может ходить, что ли? Вообще, смотри, стоит на месте все. I'm a pale imitator of a pointless guy. We're a cap in his head from the night in the sun. I'm the light in the bar when the power is gone. The shadow in the corner just playing along. I'm only laying in my bed, I'm worried to stop. But it's not in a car, I'm home in the robbery. На помощь! То, что я пытался там пройти, вот только вот этот момент мне понравился, когда вот убежище уже они туда пришли, я туда запустил танков, и они там их там, ну, переубивали, в общем, всех, почти всех. Но тренер все-таки додумался закрыть дверь и закончить это, да, просто закончить это. Потому что если бы он это не закрыл, то было бы немного им посложнее играть. Так, ладно. Не забывайте подписываться на мой канал Nubass Company. Подписываемся, ставим лайк под этим видеороликом и все. От вас больше ничего не надо. Так, ладно. Извиняюсь, на тут этот зашел. Ладно. Значит, чё? Только админ выключить. Все, так, ладно. Беру рвотную бомбу. Так, а чё их так мало-то? Я не понял. Почему их так мало? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, да, дофига должно быть. Очень дофига. Так, ну давайте им дадим... что им дадим? Что, все вышли, что ли? Взял шприц! Да? Взял шприц! Да. Видимо, все ушли. Так. Так. Это может нам пригодиться. Так, окей. Пусть пока что они набирают. Я возьму таблетки. Так. Я взяла таблетки. Взял шприц. Да. Не окей. Так, вот они выходят, так. А черт, возьму-ка я все, что смогу. Молотов, полетел! Что они делают? Я не знаю! Помогите! Кто это сделал? Твою мать. А что произошло? Нет. Я так просто не сделаю. Коч. Коч, это же... Твою мать. Это живой бот, ребят. Вы только посмотрите, что он сделал. Он убил всех своих. Это правда, это какой-то разум, смотрите. Он убил всех своих, всех этих ботов, молотовым. И играет теперь один. Это охрененно. Это просто, я в первый раз такое вижу вообще. Давайте.
вот этого, вот этого. А этой дороги дальше не понять. Пока что троих. Нам придется идти через сахарный завод. Это просто охренеть, что он сделал. Блин, меня зацепило. Это хоть впервые вообще вижу. Ладно. Так. Окей, ребят. Значит, чё? Пусть они там пока что чем-то там, ну не знаю, занимаются, пока что там. Так, ладно. Помогите мне, пожалуйста. Нет. Кто есть-то? Уничтожитель. А, или это... Нет, это не уничтожитель был. Взяла, так, ладно. Взяла. Окей. Этим прямо сейчас. Сейчас я верну. Итак, друзья, так. Что-то хочет грабы какие-то. Хрен ему! Ладно, где они там? О, дофига. А, перезаряжаю! Все. Значит, что мы делаем? Мы даем ему. Так, никто не взял. Беру а, взял один. Один только он взял. Так. Так. Почему? Тренера осталось. Спасибо. Чё, давайте дадим штампик. Прощай, Рошель. Взяла шприц. Так. Чё, никому не нужны таблетки? Беру таблетки. Ну что? Ну, какое-то время я ещё поживу. Взял шприц. А чё, Рошель, у кого есть, нет? Я забрал таблетки. Этого хватит. Окей. Так, что там? Взял шприц. Есть. О, да. Так, ладно, круто. Нормально. Смотрите, он ведет команду прям вообще. Вверх по уступу. Адреналин, смотрите. Мне нужно отдыхать немного. Пару секунд. Защитите меня отсюда. Перезаряжаю. Кто-нибудь может выбраться отсюда? Вытащите меня отсюда.
Помогите уже! Я тут со скуки сдохну! Вытащите меня отсюда! Кто-нибудь вытащите наконец меня отсюда! А что, Элиса уже убили? Эй, где вы все? Вылезай в этом шкафу! Когда он успел? Что такое? Давайте вперед, вперед, вперед. Так, ладно. Нифига. Нет, это четверо, я не вижу. Да. Ооо, все, конец. Как я бегу? Нет. Что там? Очень давайте им дадим оружие. Нет! Я уже иду! Пусть вас будет. Что это с тобой стряслось? Эй! Где вы все? Вы меня забыли! Так, там где? Похоже, мы по уши вляпали. Так, только не нет проблем. Не хочу сдохнуть на каком-то сахарном заводе. Так, если это тебе помогли, это лучше. Не зазор. Беру дробовик. Не слишком. Аптечки. Берите аптечку. Взял аптечку. Это что? Так, это аптечка моя. Я ее первый занял. Наконец у них сахарный завод сейчас. Пока что нет. Смотрите, раненая, значит, я все уже. Ну вот, теперь совсем другое дело. Вылечим, ладно. Ууу, суперская пушка! Так, ладно. Ну что там дальше? Забрали пару пушек. Где дальше? Не, они пошли дальше. Так, здесь есть у нас... Эй! Я не взял патроны, патроны эти есть. Эти никогда лишними не будут. Здесь есть у нас лазеры наши. Знаю, что здесь был. Я забрал таблетки. Можно так, нет? Ну, ладно. Это тебе. Так. Окей. Часть первой.
своим горящим дерьмом! На меня попадай! И дерьмо! На меня попало сюда! Я сам не справлюсь! Помоги! Собирается мне помочь! Кто-нибудь собирается мне помочь! Эй, сюда! Давайте на лестницу смотрите, значит. Когда вызовите лифт. Так. Если кому-то интересно, то я могу умереть. И здесь. Немножко. Мне тебе так плохо будет без тебя. Черт, привет. Много для тебя не хватает. Что, куда пошли-то? Не могу поверить, что действительно хочу вернуться обратно в лодку. Че, куда пошли-то? Я не понимаю. А тренер, это было его имя или фамилия? Мне будет тебя не хватать. Таблетки мне пригодятся. Молодцы, давайте берите таблетки. Это нам понадобится. Таблетки. Намного лучше. Маленько получше. Значит, так, короче, смотрите, что мне предстоит, сейчас будет здесь вообще убивать, это будет реально ржачно. Так, ладно, значит, берем, делаем такую хрень, значит, берем лазеры, ну пусть будет лазеры, так, вот. То есть они нам дадут здесь что-то сделать. Так, боевики давайте. Боевики дадим. Так, здесь, значит, получить. Давайте дадим 3 таблетки. Все, им, наверное, хватит, потому что они, наверное, взяли это фильм. Кажется, им можно. Да, смотрите, сколько они набрали всего. Че, я думаю, я не пройду? Че ты не выходишь? Че ты не выходишь, чел? Эй! Не останавливаться! Перезаряжай! Ничего себе! Эй, осторожно! Перезаряжай! Перезаряжаю. Ну давай, давай, оторви уже свои. Раненый Элис, значит, здесь будет так. Ладно, значит, чё? Раненый Элис. Так, ладно. Эй! Так, здесь они, блин, будут убежище. И останется совсем 4, осталось 3 карты. Нам пригодится. Так. Так. Pumps. Empty gas for sale on site. Значит, если так подумать, по идее, если подумать, ребят, если здесь так хорошо подумать, что здесь дают газ, но мы как бы берем бензин, потому что мы будем его... Это сложно сказать, что вообще. А я забыл, что они там делали на карте. На той карте я забыл. Я правда забыл то, что они там делали, потому что... Я не знаю, что. Если честно, ребят, я забыл. Ладно, накидываю.
накидаем, давай, кидать. Накидаем, да. Так, значит, аптечки. Давайте живо внутрь. Так, таблетки. Так, все окей. Сюда. Значит, осталось совсем чуть-чуть, а будет офигенный дождь. Вы этого ждали и... Так, да. Да, еле прорвались. То есть, особого я там ничего такого не делал, того, что не было в других моих прохождениях на эксперте. Значит, что? Третья карта из пяти... Да, это очень даже хорошо. Мы дошли до третьей карты. Ну да, без рестартов. Ну, как без рестартов? Ну, почти, да. Рестарт был всего лишь три раза. Или два? Три. Вроде три раза вообще это все случилось. Ладно. Так, в общем, что? Так. Запускается новая карта. Так. У меня есть. Если возвращаться подумали, будет сложнее, слагало, чем сюда добираться. Просто я не выбрал персонажа. Так, ладно. Окей. Значит, сколько их вообще осталось? Так, их осталось, причем два тренера и две расширения. Так, значит, добавляем сюда кого? Так, выключаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все, чтобы это было дофигища. Дела, шприц. Что-нибудь наберу всего? Или нет? Наберу, да. Они всего набрали. Давайте им дадим. Кстати, может как-то им поможет. Да, не будут. Так. Перезаряжаю. Окей. Осторожно! Че, побежали? А черт, будем разбираться. Если дождь, осторожно, сама к нам приплывет. Перезаряжаю. Так, никто не сорт не берет аптечки. А, берут они. Перезаряжаю. Обратно придется идти через поле. Перезаряжаю. Пусть через поле идут, им будет посложнее, так думаю. Идти, но послабление. Я им как бы особо мешать не буду, потому что для меня была эта карта самая сложная, а для ботов, смотрите, газ есть. Смотрите, какая. Я никогда сюда не летал в режиме админа. Смотрите, здесь только буква А почему-то горит. В слове газ. Докотель CSU. Я не знаю. Опыт 24 часа. О, так. Ладно. Вообще нет. Так, ну сейчас сюда не спустились. Сюда. А, обратно, да. Так, Макс. Так, и давайте дальше. Спустим это. Перезаряжаю! Они все взяли. Нет, один, два осталось, три. Да, магнумы остались. Мало кто слышит магнумы. Ну ладно. Перезаряжаю! Осторожно, яблочко! Здорово! Перезаряжаю! Идет Рошель теперь. Перезаряжаю! 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 Так. Я перезаряжаю! И мы входим в игру. Куда пошел? Блин. Нифига. Стреляйте! Стоп!
убивать его. Респавним. Спасибо, Кира. Что происходит? Так. Расшнут экран, ты чего? Не дергайся. Так. А то я сделаю что-нибудь не так. Так, все респавнились. Куда лучше? Куда лучше? Мне курильщик, а помощь! Прошили, я правильно. На помощь, курильщик! Ради бога! Гроза начинается! Не разбегаться, охренеть. Так, ладно. Перезаряжаю. Может быть, за 10, если я так долго буду там проходить. Ладно. В общем, получится у меня нет. Или нет. Посмотрим, в общем. Ну, конечно же, ответ да. Потому что я всегда прохожу все кампании нормально. И я думаю, эта кампания очень даже простая будет. Тем более, если я даже не играю. А просто прикалываюсь на это. О, что, она одна? Одна, не может быть. Просто не может быть. Чё, сколько их там? Я беру таблетки. Четверо. Так. Значит, чё? Перезаряжаю. Так. Портал. Так. Телепортал. Вот портал. Мы можем пройти по крышам. Перезаряжаю. Так. Ладно. Перезаряжаю. Я слышу стон ведьм. Погаси свет. Так. Осторожно, дьявол! Осторожно! Дьявол! Дьявол!
блин! Мне бы сейчас не помешало. Готов. Кто-нибудь поможет мне выбраться отсюда? Эй, на помощь! Помогите мне выбраться отсюда! Помогите мне! Прикройте! Заберите меня, когда закончите. Есть тут кто-нибудь? Надо было приберечь это для себя. Конечно. Я никогда не просила помощь. Беру таблетки. Ну вот, теперь это всем другое дело. Так, ладно. Так, значит, что? Здесь осталось всего две карты, которые уже почти одну прошли. Осталась одна, так, где-то там. Вот где-то здесь будет убежище. После этого все закончится. Так, да, они все уже, наверное. Я забрал на склон, как раз этого. Ничего себе. Не должны сейчас. Да. Так, даем. Давайте дадим им магну. Один автомат. Дай-ка я возьму для тебя аптечку. Перезаряжай. Так. Ну да, они все почти взяли автоматы себе. Гаражи, мы идем правильно. Так. Перезарядку всем. Надо им дать. Я знаю, что ждать. Беру снайперскую винтовку. Это нужна помощь. Вы меня слышите? Перезаряжай. Все ловушки. Вперед. Эй, мы же команда! Заберите меня отсюда! Заряжаю! Кажется, я в ловушке. Взял шприц. Эй! Я слышу, Жакей. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Классный выстрел! Перезаряжаю! Еще не отбросил копыта. Это большая, как бы, ошибка.
Но я перетерплю. Эти никогда лишними не будут. Держи, это пригодится. Лучше. Взял шприц. Ладно. Я взяла таблетку. О, да. Держитесь вместе. Я возьму таблетки. Таблетки? Девочка, так, ладно. Что там осталось? Да, вот, последняя карта будет, значит. Так. Я забегаю. А что, где будет эта штука? Так. Я еще не готов склеивать вас. Похоже, не выживет. Закрывай. Мы живы. Молодцы. Короче, ребят, последняя сейчас будет карта. Последняя карта. Я ее пройду, наверное, сразу, потому что это будет бегство из города. Это последняя карта, где будет два танка. В общем, завершение самой этой штуки. И все. То есть мы так пройдем нашу игру. Так. Значит, осталась вот последняя карта. Это где-то 5 минут или 7 минут. Ну, где-то так. Ладно. Окей. Мы берем опять админа. Мы же берем админа, да? Так. А только админ. Выключение. Так. Ну это... Так, осталось где-то 5 минут. Так, выбираем, например... Ну, давайте гранила опять будет. Мы уже почти дошли. Так. Значит, чё? Вот теперь другое дело. Это уже действительно больно. А чё, куда? А, извиняюсь, извиняюсь, да. Ладно. Таблетки. Взял шприц. Он, видимо, не хочет, чтобы боль взяла шприц. Так, круто. А чёрт, возьму-ка я. Всё круто, да. Хватит дёргаться. Так. Окей. Не люблю, да. Всех же. Так вот. Обливайся. Помощь! Помощь!
заряжали карту. Вы смотрите, это последняя карта. Так. Да. Как вообще, блин? Я побегу за моими друзьями. Надо полечиться. Убейте меня. Так, а чё? Ладно, вот сейчас уже концовка будет, и, наверное, это все будет. Концовка нашей игры. Так. Так, зачем лучше таблетку? Лучше таблетку сделать, ладно. Здесь этого хватит. Так, ладно. А потом. В общем, это все концовка, ребят. Так, осталось совсем чуть-чуть, будет концовка и все. Так. Так. Так, ладно. Так, ладно. Опа! Как смотрите, идеально. Вообще. Так, одного уже убили. Так, ну че, как? Так, короче. Ладно. Итак. Вот. То есть, смотрите, здесь у нас есть аптечки. У нас здесь есть... патроны, здесь есть лазеры, здесь есть штуки. Здесь дофига таблеток, вот, я могу вам показать. Все, это не фейковые таблетки, вот они реальные, можно брать, пользоваться ими. То есть для них я все сделал такое, чтобы не говорили, ты не даешь выжить. Вот, смотрите, сколько аптечек, они могут все эти аптечки взять, подлечиться кому надо. Этого вообще достаточно. Офигенно, как мало стало, ребят. Все, сейчас концовка будет. Спасибо. Ладно, вот так вот мы закончили нашу игру.
А на корабле никто не уехал. Самый прикол-то какой. Или они вошли в корабль, или нет. Был первым. Я не знаю, что это значит, я не знаю почему. В общем, ладно. Вот, Hard Rain, все, мы прошли. Так, все, проголосовать за пропуск. Так я, как я один проходил, в общем, это закончилось. Окей, ребят. Значит, смотрите, что мы сделали, что мы прошли вообще. Мы проходили карту Ужасный Ливень на Эксперте. Я играл, как всегда, за зараженных. В общем, ребят, если вам понравилось это видео, поставьте лайк под видео и подписка, ребят. Подписывайтесь, если мог. В общем, сейчас я все скажу. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Nubass Company. Пишите комментарии под видео. В общем, всем удачи и всем пока.